крымская молодежь сегодня продолжала уборку мусора с территории холмов у мыса Меганом. Ребята собрали 38 мешков мусора, но самое приятное — это взаимодействие с нашими местными жителями. Здесь недалеко находится кафе «Сабина» наших местных жителей Судака. И сотрудники этого кафе сказали: ребят, ну мы вам поможем вывезти этот мусор. И вот они везут его. И везут прям вот на своем прицепе. Молодцы. Вот полный прицеп мусора вывезли. Хорошо? Хорошо.